В Госдуме сегодня принимали самых опытных комсомольских вожаков. Фракция КПРФ вручила партийные награды тем, кто занимал наиболее ответственные посты в ЛКСМ в течение полувека. Это люди, работавшие на крупных предприятиях, дипломаты, строители, преподаватели и все, кто, по мнению коммунистов, наилучшим образом воспитывал молодежь. По мнению лидера партии Геннадия Зюганова, сегодня поводов для награждения более чем достаточно. 130-летие со дня рождения Сталина, встреча Нового года, 140 лет со дня рождения Ленина, 65-я годовщина Победы – все это чудным образом сплелось в одно полугодие и дает нам возможность взглянуть на великую советскую эпоху, на нынешние проблемы, опереться на нашу удивительную, яркую, многострадальную, со слезами на глазах великую победу, и тогда можно выбираться из кризиса.